В таком состоянии мне нужно двигаться маленькими шагами. Вот сегодня у нас стоит задача достойно проводить Айдоса, а потом я буду уже думать обо всем другом, потому что сейчас в очень тяжелом состоянии дети наши, и нужно их поддерживать, нужно проводить Айдоса, нужно заниматься его уголовным делом, чтобы это все продвигалось дальше и устанавливались. Вы понимаете, что сейчас установлены только исполнители. Нужно найти посредников и заказчиков этого преступления.